В эти выходные асбестовцы отпразднуют День города. О том, как будет проходить праздник, в этом году узнаем прямо сейчас. 27 июня в субботу массовые гуляния по традиции начнутся с спортивных мероприятий. В 10 часов утра в спорткомплексе «Хризотил» будет проходить турнир по хоккею среди ветеранов спорта. А в 11 часов комплексный центр обслуживания населения приглашает всех желающих к себе на мероприятие «Ветеранская слобода». Не обойдется в этом году и без автобусной экскурсии по городу. Автобус будет отправляться от стадиона «Урал-Асбест» в 11, 12.30 и в 2 часа дня. В полдень на площади у центрального универмага состоится семейный конкурс «Парад детских колясок», который продолжит театрализованный концерт и семейное шоу-программа «Ваш выход». Для молодежи с часу до 3 часов дня на форумной площади будет организована концертно-развлекательная программа. С 3 до 4 часов на площади перед универмагом горожан порадует духовой оркестр имени Михаила Борисова. А на бульваре Победы с 12 до 3 часов дня будут организованы всевозможные развлечения для детей. А для взрослых будут работать различные мастер-классы, а также выставка-продажа работ асбестовских мастеров. Один из самых ярких моментов Дня города – это, конечно же, праздничное шествие. В этом году оно будет посвящено тематике «Салют Победы». Начало движения – 6 часов вечера. Участники шествия пройдут по улицам Ленина, Ленинградская, Уральская и Осипенко. А вот вечерние гуляния в этом году пройдут на площади Центра культуры и досуга имени Горького. Здесь полседьмого будет представление участников шествия, после чего будет организована концертная программа с участием творческих коллективов из Асбеста и Екатеринбурга. Завершится праздник в 11 часов вечера фейерверком.